Доброе утро. 22 июня, суббота, 2019 год, 5:30. Ну, может, даже без 20, где-то так. Скоро будет 5 часов. Все проснулось, все ожило, все поет, цветет и радуется. Солнышко уже вижу, уже вышло вон в отражении стекол соседнего дома. Здесь не видно, но вот, может быть, там вот будет видно. Сейчас я попробую, может, увеличить. Солнышко уже выглянуло. Кстати, вот видна луна. Ну, попробуем увеличить. Да, луна. Люди уже проснулись и начали выходить из дома. Кто на прогулку? А кто по своим делам? Свежо так. Очень-очень жарко. Особенно днем 32-33 градуса. Я не знаю, сколько на солнце, но вот очень-очень жарко. Дом прогревается очень сильно. Ну, такая погода будет еще, наверное, несколько дней. Самый долгий день в году, поэтому будет жарко, очень жарко будет. Красиво очень, птички кормятся, мошек всяких ловят. В дом, кстати, комары летят. Не знаю, я что-то замолчал. Про комаров, наверное, рассказывать не надо. Но кусаются. Несмотря на пластины, которые устанавливает комаров аллигатор. Очень-очень кусочие. Ну вот. Примерно уже без 10. А, вот солнышко выглянуло. Отраженных лучах. Вот. Как раз вот солнышко выглянуло. Памятная дата для всех. 22 июня. 4 часа утра. Произошло вторжение немецких фашистских войск. И как поется в песне, в это время бомбили Киев. То есть долетели аж до Киева самолеты. Вот. Все, буду завершать. Там вот тоже хорошо видно. Ну, камера не передает эти лучики, а глазами я ловлю. Ну все, буду говорить всем до свидания, спасибо за внимание. Потом помчался с отключенными фарами. На работу, наверное, спешит. Так вот, до свидания. И, наверное, надо еще в этот день помянуть своих усопших, прадедов, которые воевали. Даже если они не были на войне, то они участвовали все равно. Это была мировая война, а для нас отечественная. Все, до свидания, всем пока.